Все, ты тебя смотришь, вот там это. Так, Алексей. Теперь можешь руководить ракурсом. Давай, да. Леха. Давай. А его тики треба знімати чи всіх? Да все по чуть-чуть там и Леху. Ну. Знаешь, нам интереснее, как он лезет сейчас вот доверху. Чтоб как-то его показать, что это все-таки нависает и вообще что у нас тут выезд-то происходит. Господа, а что у нас происходит? Что происходит? Происходит? Замечательное лазание. У нас человек на горе. Смотрите, какой он. Она потухла. Ничего, ничего. Она это. Пальцем если тыкнешь, это заработает. Просто. Ага, все, я понял. Вот у нас тут вечер. Вечер развлечений в Гигбейре, лазанье. Давай. Камон, Кабас, камон! А, давай ногу, ногу. Левый. Подгребай. Здоровенный был мужик. Это вы про Деда Максима, что ли? Поёмте. Давай, давай, чуть-чуть там и ручечка будет, давай. Чуть-чуть ручечка, видишь? Ну какая-то пассивная ручечка, давай. Все, давай, героическую раскоряку и... Фиг. Выше, выше, там какая-то фигня. Не-не-не. Давай. Попробуй ногами перегрести. Скотина. Согласен. Давай. А можешь подержать? У меня руки уже все отваливаются. Ялта. Не надо сюда было. Я лечу. Тиши сейчас. Есть человек? Нет человека. Есть человек? Нет человека. А, подожди, правильно можно? Перевести руками. Угу. Диви. На місцями уже, правда, темно. Это у нас леди фотограф. Давай. С красивым желтым фотоаппаратом. С пушкой. Пушка. Пушка? Да. Желта. Желта пушка. Вообще бывает, конечно. Если честно, мне кажется, что я в Киргизии, а не в Турции. Давай за угол. Ну, подержись, катанёк. Ручки вообще как-то смайлик, да. А, вообще вот это можно. Вообще.
Ра-р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 а